Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Baby Go! И сегодня мы будем сортировать цифры по методике Монтессори. У нас есть досочка с цифрками от 1 до 9, в которую надо их разложить. Вот, смотрите, вот такая досочка. Кладем ее на стол. И Дениска сейчас будет раскладывать цифры от 1 до 9 по порядочку, да, День? Поехали! Это какая цифра у тебя в руках? Это 0 у мамы, а ты сейчас цифру 6 кладешь. Ну молодец, давай. Вот, попал. Вот, мы уже положили цифру 6. Но у нас еще много других цифр. От 1 до 9 без 6. Куда нолик надо положить? Давай. Клади ты нолик. Супер! Давай, папа тебе чуть-чуть поможет, да? Да. Там у нас одно яичко нарисовано. Какая у тебя циферка сейчас в руках? 5. Вот, 5 мы очень быстро справились с пятерочкой. С пятерочкой. И сейчас мы какую цифру будем класть, День? Цифру 8? День? Это сколько? Какая у тебя циферка в руках? Возьми какую-нибудь циферку и положи ее на законное место. Вот, мама взяла, видишь, циферку какую? 1, да? 1. 1 надо положить вот сюда. Какая следующая у нас после 1 идет? Нет, мы не 1. 9. Куда надо девяточку? Вот, супер, молодец. Клади 9 в ее законное место. И бери следующую цифру. 8. Вот, давай. Ты правильно нашел. Клади. Клади. А ты 8-то положи, а потом и 3 положишь. Клади 8 на место. Мама, помоги ему. Вот. Циферка 3 на место для циферки 3. Так, старайся. Отлично. 4. Супер. Куда 4 надо положить? Отлично. И еще у нас с тобой остались цифры 2, 7 и 8. Вот у тебя в ручках 8. Клади ее тоже на место. Мама. Вот, пускай мама тебе поможет. Но ты нашел место, все правильно. Мама поможет тебе. А это что за циферка у тебя в ручке сейчас? 2. Клади ее на место. Туда. Вот. Все правильно. 2 туда. И у нас осталась последняя, заключительная цифра, самая счастливая. И она сразу попадает в свое гнездышко. Денечка, мы все циферки с тобой разложили. Это была сортировка цифр по методике Монтессори, да, на канале Baby Go. Но мы с вами прощаемся, но ненадолго. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на нас.